Здравствуйте, говорит Максим Заварин, сопредседатель профсоюза работников городского наземного пассажирского транспорта движения. Вступить в профсоюз движения теперь можно дистанционно. Что для этого необходимо? Прежде, для начала, рекомендую ознакомиться с уставом. Ссылка будет в описании. Затем скачать бланк заявления, ссылка также будет в описании. Или напечатать, написать от руки самому. Вот по этому образцу. В шапке пишем в профсоюз работников городского наземного пассажирского транспорта движения от такого-то работающий в такой-то организации. Далее должность, структурное подразделение, в данном случае, как у меня, третья автоколонна. Вот. Затем обязательно телефон, ну и адрес электронной почты уже по наличию. Затем заявление. Я такой-то, такой-то, прошу принять меня в профсоюз работников городского наземного пассажирского транспорта движения. С уставом ознакомилась, обязуюсь выполнять. Поставить дату, подпись с расшифровкой. Затем отсканировать или сфотографировать и отправить мне любым способом. По электронной почте, по Вайберу или по WhatsApp. Все мои контакты присутствует в описании к видео. Вступайте в профсоюз движения.